29 марта исполнилось 30 лет Кобзеву Дмитрию Степановичу из города Гродно. Любимого мужа, сына, папу, крестника, брата, внука и племянника с юбилеем 30-летия поздравляют родители, жена Елена, сын Давид, дочь Дарья, крестная Татьяна со своей семьей, бабушка Валентина, сестра со своей семьей и тетя Ира со своей семьей. А также замечательную девочку Кузьмич Евгению из города Дятлова с 2-летием поздравляют все родные. В такой важный день хотим пожелать настоящему мужчине никогда не унывать, идти всегда по жизни с поднятой головой и быть всегда веселым, собирать друзей толпой, всегда иметь ответы на сложные вопросы и быть всегда примером и детям, и для взрослых. Поздравляем с днем рождения, с этим важным светлым днем. Пожелания простые, в жизни главное – любовь. Мы желаем быть счастливым, быть любимым и любить. И всегда, и без сомнения, таким даром дорожить. Встречались летнюю порой. Ты смог во мне нарушить мой покой. Нас повенчала вечная любовь. Мы узелками счастья крепко связаны с тобой. Ты мой любимый мужчина, а я люблю, ты знаешь, сам без причины. Скучаю по тебе, мне часто ночью снишься ты во сне. Благодарю за миг, за взгляд, подаренный мне, и за тебя спасибо говорю своей судьбе. Ты мой любимый мужчина, а я люблю, ты знаешь, сам без причины. Счастья картины, ты для меня такой единственный родной. Ты гордость и сила, твоя любовь ко мне нежна и красива, и притяжение просто необъяснимо. Меня пьянит твоя любовь.